Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Сегодня я хочу поделиться своим опытом с насущной проблемой – слизни на огороде. Наверное, те садоводы, которым не дают спокойно жить слизняки, меня поймут. Но в любом случае, надеюсь, вы извлечете что-то полезное из этого материала. Несколько лет назад, начитавшись «опытных садоводов» в кавычках, я засыпала свои грядки на огороде мульчой. Поначалу все было нормально, сорняки росли реже, полив тоже сократился. Но только потом я увидела, что развелось под этой проклятой мульчой, а именно развелось огромное количество слизней. Сейчас у меня на огороде практически нет мульчи, так как на участках, где есть слизни, она противопоказана. Так вот, моя жизнь превратилась в кошмар. Свой урожай томатов вырывала у них буквально с боем. Ботву они, конечно, не ели, так как там есть солонин, природный инсектицид, а вот плоды жрали как миленькие. Этот год запомнился мне надолго. Я устала с ними бороться, они жрали все. В первую очередь капусту и молодые огурцы. Огород превратился в рабский труд, что только я не перепробовала в борьбе с слизняками. Такого труда к спасению растений я еще не прикладывала, до темна ползала, собирала слизней, а утром опять на дачу. Что сказать, даже скинула несколько килограммов от таких работ. В тот год я перепробовала все средства по борьбе с напастью, поэтому опыт в этом деле просто огромный. В книгах и журналах пишут, что слизни боятся чеснока, петрушки, лаванды, бальзамина, и все это полная чушь. Они с успехом грызли и чеснок. Для себя я выделила три средства, которые помогли мне в борьбе с слизняками. Первое средство самое убойное. Я смешивала горчичный жмых, доломитовую муку примерно по килограмму и добавляла 2-3 столовые ложки железного или медного купороса. Такую смесь рассыпала вокруг культур, к которым подползали вредители. И, конечно, вручную собирала тех, кто уже сидели на овощах. После ползания по такому порошку слизни валялись мертвые, как после бойни. А те, что выживали, то им явно было не до еды. Также можно делать железный купорос вперемешку с песком и сыпать по тропинкам и вокруг парника. Еще хороший способ – это насыпать по баночкам кукурузную муку и поставить возле мест скопления слизней. На утро в банке забиваются моллюски, и их легко уничтожить. Отличный способ быстро уничтожить моллюсков днем, когда солнце, они прячутся под пленкой, досками и другими предметами в саду. Что мы делаем? Мы заливаем в опрыскиватель 9% уксус и быстренько проходим, попшикиваем вредителя в местах скопления. Слизни растворяются на глазах. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!